муж несколько лет ходим по школам, проводим различные встречи. И насколько мы поняли, что вот на самом деле лекции, они ужасно скучны. Ну, то же самое, как для студентов обычных. И их ребята не собираются слушать. То есть они надевают наушники, слушают музыку. Мы придумали новый вид представления информации. То есть это преподношение информации с помощью видеороликов, игр и тренингов, в ходе которых ребята не только сами пытаются осознать, какой вред наносят энергетические напитки, но и это помогает им развить у них коммуникативные способности, ну и также самим решить для себя, что энергетические напитки – это на самом деле вред.